Всем привет, и это, как всегда, бомбический видеоурок о классической стрижке. Подстрижем мы side part, по бокам сделаем переход с 3 мм, так что оставайтесь на связи, пишите свои заранее комментарии, погнали! Ну и по классике размачиваю топ-зону для того, чтобы проще было мне разделить. Делю на зоны, делю подкову. Разделение мое не P-образное, а подковой. И кто уже давненько с нами на канале, знает, что короткую топ-зону мы очень любим закалывать липучками. Приступаю я с того, что строю на пальцах основной каркас формы. Сушим руками без использования скелетной расческой все волосы ровно вниз. Ну и на данном этапе наша камера затроила, поэтому все заблюрено, так что, ребята, я это ускорю немного. Этот этап машинка по расческе, срезаю основную массу волос. И все, что мне остается, это срезать лишние волосы насадкой 3 мм, положение ножа, по-моему, у меня закрытый. Все, что буду делать дальше, это выстраивать основную окантовку и делать контрольные линии для того, чтобы свести висок и затылок с нуля. За ушами, заметьте, я арки не выписываю, это огромная ошибка всех учеников. И теперь буду идти от большей насадки к меньшей, постоянно играя ползунком, для того, чтобы создать плавный, идеальный переход. То же самое выполняю и на затылке. После того, как наметил контрольную линию, у меня идет открытый нож, а далее я буду брать насадку 1,5 мм и досводить. Все, что остается мне дальше сделать, это размочить снова топ-зону, разделить центральный коридор, простричь его, а после буду по нему стричь всю топ-зону.
Ну, в принципе, все, центральный коридор задан, теперь ничего сложного не остается, чтобы постричь всю топ-зону. И теперь один из самых ответственных этапов – это соединение топ-зоны с боковушками. И до того, как начать стричь, я уже заранее понимал, что волос густой, поэтому филирую его на мокрые волосы. Вот здесь уже можно использовать скелетку, потому что мы не зацепим разделение сушу с помощью нее всю топ-зону. Теперь укладка, беру матовую пасту, если честно, с укладками сильно не заморачиваюсь, потому что вся суть должна быть в стрижке, а не в укладке. Распределяем для начала руками, а после расческой. Здесь уже на этом этапе я волосы все как бы волосок к волоску делаю. Вот такой результат красиво у нас получился. Я думаю, данный результат заслуживает комментария, подписки и самое главное лайка. Так что оставайтесь с нами на связи, ждите новые видеоуроки. До скорых встреч!